апреле 2009 года на веб-сайте Сина была опубликована статья под заголовком «Английские студенты в Шанхае». Более 220 студентов из 55 английских университетов прибыли на две недели в Шанхай, чтобы ознакомиться с повседневной жизнью китайского народа. Приземлившись в международном аэропорту Пудун в Шанхае, студенты тут же отметили, что Пудун, по сравнению с лондонским аэропортом Хитроу, более просторный, современный и даже роскошный. Они прогулялись по улице Нанзинлу и заметили, что шанхайская пешеходная улица в 10 раз больше, чем улица Оксфорд-стрит в Лондоне. Различные товары, оживленность и современная атмосфера улицы поразили студентов. Некоторые английские студенты, проживавшие в китайских семьях, позавидовали быту и модной домашней технике. Они очень удивились тому, что в Китае бесплатно транслируют матчи английской премьер-лиги. Их поразило еще и то, что по телевизору в Китае можно смотреть до 120 телеканалов. Парк столетия в районе Пудун, строительная площадка транспортного узла в районе Хунцяо, французский квартал Синьхэнди, даосский храм Чхонхуангмяо, строительство объектов Экспо произвели на английских студентов глубокое впечатление своей архитектурой, роскошью, высотой небоскребов, масштабами строительных работ. Когда они поднялись на самый верх Международного финансового центра и посетили Шанхайскую фондовую биржу, то были словно шокированы. Динамичное развитие индустрии в Шанхае, величие парка высоких технологий Джангцзян, различные современные микрорайоны настолько поразили студентов, что они готовы были часами любоваться всем этим и фотографировать как можно больше. Сидя за ужином, сопровождавшие английских студентов китайские ребята нередко слышали от гостей то, что Китай является по-настоящему развитой страной.英国呢，我去过很多次，所以我可以理解英国学生受到的这种震动。一是因为啊，我们的这个发达地区发展确实非常之快；第二呢，是西方媒体对中国的报道往往过于片面，造成了西方普通民众对中国情况不了解，甚至形成很多的偏见。记得有一次啊，我坐飞机从德国伯里飞往北京。 坐在我边上的是两位自费到中国旅行的德国老太太，他们一路上呢不停地问我啊，北京机场下来能不能换到外汇，机场有没有出租车，旅馆是否能够找到等等。但这个飞机抵达北京首都机场新候机楼的一瞬间啊，我看到他们脸上的表情，只能用震惊两个字来形容。 Безусловно, красивый облик, процветание, быстрое развитие, но пока этого нельзя сказать обо всем Китае. Многие деревни в стране пока еще далеко отстают от городов. Однако нужно признать, что после реализации политики реформы открытости, скорость развития многих китайских деревень выше, чем в других развивающихся странах. Большинство китайских крестьян переехали в кирпичные дома. По данным ООН, в развивающихся странах в среднем 41% сельского населения пока еще не имеет доступа к электричеству. Однако в Китае электричество есть практически во всех деревнях. В основном завершен проект строительства автодорог, который охватывает территорию всей страны. Это для большинства развивающихся стран пока недоступно. С одной стороны, нужно дать справедливую оценку развитию сел в Китае. С другой стороны, стоит разобраться, в чем же заключается потенциал такого развития.
Деревни – это главный источник рабочей силы в процессе индустриализации Китая, пункты транспортировки важного промышленного сырья. Поток людей, товаров, капитала между городами и селами с каждым днем возрастает, и это обуславливает жизнеспособность и процветание сел в Китае. Разница между городами и деревнями Китая в некотором смысле является результатом контраста динамичного развития городов. Однако этот контраст с каждым днем уменьшается в ходе быстрого процесса урбанизации в Китае. Экономисты полагают, что последующие несколько лет Китай и впредь будет мировым лидером по темпам урбанизации. Ее уровень в Китае уже превысил 51%. Последующий процесс урбанизации непременно будет создавать возможности для развития сельского хозяйства, сел и повышения качества жизни сельских жителей. Важным результатом урбанизации является непрерывное уменьшение численности сельского населения, сокращение разницы между городами и деревнями. В Китае разница заметна не только между городами и деревнями, но и регионами Востока и Запада. Восточный Китай наиболее развит по сравнению с Западным. Восьмого февраля 2010 года Академия общественных наук опубликовала отчет о развитии экономической конкурентоспособности провинции Китая за 2008-2009 годы, который стал весомым доказательством экономической мощи развитых регионов. Согласно этому отчету, ВВП провинций Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, Джэцзян и так далее уже превысил показатели некоторых стран-участниц «Большой двадцатки». Общий объем экономики провинции Гуандун в 2008 году превысил показатели таких стран, как Саудовская Аравия, Аргентина, ЮАР, заняв 16-е место среди стран «Большой двадцатки». По показателю ВВП на душу населения Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, три города центрального подчинения, также среди лидеров, если сравнивать с группой 20. Рост экономики в дельте реки Янцзы уже превысил темпы Республики Корея и Индии. Возникновение дисбаланса внутри страны – это закономерность в процессе модернизации. В мире, кроме некоторых стран с небольшой территорией, никакие другие не смогли достичь синхронного и сбалансированного развития. К примеру, в США сначала развивался восточный район, затем западный. В Японии развитие началось с центрального района, затем распространилось по всей стране. Во Франции развитие всей страны началось с района Большого Парижа. Районы, которым удалось развиваться первыми, имеют превосходство по совокупности богатства. Они активно стимулируют экономическое развитие других районов. Это кратчайший путь к реализации всестороннего развития страны. На фоне стремительного экономического развития в Китае наблюдается разница между экономически развитыми и малоразвитыми районами. Однако и те, и другие осуществляют тесные контакты и сотрудничество, заимствуют преимущества для восполнения недостатков, благоприятным образом взаимодействуют. Это важный фактор в обеспечении подъема Китая.西部地区在中国经济发展中具有重要的战略地位。那么我们知道这个08年金融危机之后，中国东部地区的发展因为受国际市场的冲击，这个经济发展困难呢增大。在这种条件下，西部地区成一个后来居上的一个发展势头。 那么一方面呢，是由于我们十几年来西部开发的这个战略取得了积极的这种累积的效应，啊，西部地区的基础设施，这个经济的这个基础建设，市场的这个发展都取得了一定的成绩。
Центральные и западные районы Китая по-прежнему считаются экономически слаборазвитыми. Однако в этих районах, благодаря их целеустремленности и мощному потенциалу к экономическому развитию, наблюдается динамика. Есть достаточные основания для того, чтобы называть их районами с широкими перспективами. Районы с широкими перспективами Китая имеют свои превосходства, в частности, в природных и человеческих ресурсах, которыми они обеспечивают развитые районы страны. Они активно взаимодействуют с развитыми районами в сферах кадров, техники, капитала, рынков. Благодаря циркуляции и сотрудничеству районы с широкими перспективами становятся толчком для стимулирования внутреннего потребления. Эти районы привлекают к себе инвестиции зарубежных и отечественных инвесторов из восточных провинций, предоставляют все больше пространства для индустриального развития. В последние годы скорость экономического развития в малоразвитых районах Китая выше, чем в развитом восточном регионе. Экономический прирост в большинстве городов и провинций Центрального и Западного Китая в 2011 году превысил средний показатель по стране. В 2011 году во всей стране ВВП 22 провинций превысил триллион юаней. Среди них 12 провинций находятся в Центральном и Западном районах.我们看一看这个一年的经济的这个发展的总体水平状况，会发现呢，除了东部地区的天津之外，那么前十位的经济增速的主要是集中在西部地区，那么这样一个势头，实际上对中国抵御经济危机的这个金融危机的冲击起到了一个很重要的支撑作用。所以西部板块啊，在当下中国的经济社会发展当中，确实凸显出它的这种基础支撑性作用。Восточные и западные районы путем взаимодействия стимулируют экономическое развитие всего Китая. Это взаимодействие уже принесло значительные результаты во многих сферах. Типичным примером является текстильная промышленность. В ходе индустриализации как в Китае, так и во всем мире локомотивом выступила текстильная промышленность. В первые годы после реализации политики реформ и открытости она была самой трудоемкой промышленностью, опиралась на низкую себестоимость рабочей силы. Но она позволила привлечь зарубежные инвестиции и долгое время занимала первое место по объему экспорта. Так она стала авангардом экспортно-ориентированной экономики и опорой для реализации положительного торгового сальдо. После того, как одна за другой начали развиваться наукоемкие и техноемкие отрасли, текстильная промышленность отошла на второй план. Она переместилась из развитых районов в провинции Центрального и Западного Китая. Между Восточным и Западным районами Китая за счет перемещения текстильной промышленности возникло конструктивное взаимодействие. Сейчас Восточные и Западные районы прилагают совместные усилия, чтобы вывести Китай в ряд текстильных держав в мире. Город Чжанчжоу, провинция Хэнань, расположен в центральном Китае. Благодаря возможностям, которые предоставило перемещение текстильной промышленности из восточного района, в городе был создан индустриальный парк для производства текстиля и одежды. Парк занимает площадь 13 квадратных километров. Оснащен отделами по набивке и окрашиванию тканей, обработке одежды, производству текстильной техники, надзору и контролю за качеством текстиля и одежды, справочной информацией о текстильной промышленности, а также залом выставки и продажи товаров. Целостная отраслевая цепочка и благоприятный инфраструктурный комплекс Чжанчжоу привлекли внимание многих восточных предприятий, занимающихся текстильной промышленностью. Они вложили инвестиции, построили в Чжанчжоу фабрики. Дунбу地区要发展，经济要转型，产业要升级，要更大力度的加强自主创新能力的提升。那么这些产业。首先要向中西部，特别是西部地区转移，那这样呢，就会使得中国经济的发展呈现一种更加协调、更加稳定，这样一种态势。
В декабре 2003 года небосская компания по производству одежды «Янгар» первой основалась в индустриальном парке «Чаюань», расположенном в районе Наньань города Чунцин к югу от реки Янцзы. В свою очередь, администрация Чунцина организовала для компании соотносительные предприятия комплектования. До перемещения производства компания «Янгар» осуществляла дистанционное управление западным рынком. В то время ежегодный оборот от продажи в 11 провинциях западного района составлял лишь 100 миллионов юаней. После того, как в западном районе была создана производственная база, компания укрепила контакты с местным рынком, и ее ежегодный оборот превысил 500 миллионов юаней.现在在那里设了生产基地以后，离市场近了，已经销售到5亿多了。我看呢，接下去发展势头啊特别的猛，特别是那个像西安啊、重庆啊、成都啊，市场很大。光成都、重庆的话，每个市已经销售1亿多了。那么现在想一想，当初要是不去设生产基地的话，我想做不到今天个5亿多的。 Корпорация «Лутай» города Цзебо провинции Шаньдун открыла фабрику в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где непосредственно есть сырьевой хлопок. В июне 2003 года текстильная компания «Лутай» приняла участие в преобразовании системы собственности бывшего госсельхоза в уезде Ават Синьцзян-Уйгурского автономного района. На его основе была учреждена компания с ограниченной ответственностью хлопчатобумажной промышленности. В уезде построили фабрику. Новая фабрика не только добилась заметных успехов в производстве, но и стала примером сплоченности народностей. Ее сотрудники, представители национальных меньшинств из сельских и скотоводческих районов, освоили новые технологии и повысили уровень своей жизни. Фабрика предоставляет супругам, если они оба являются ее работниками, жилье. Крестьяне, занятые выращиванием хлопка благодаря работе фабрики, также получили работу. 目前我们这个普通的这个棉花一般在价格，六七块钱左右。目前这个长绒棉的价格吧是10来块钱，也就是说我们通过这个试点以后吧，我们这个农民增收可以达到，就是每亩地可以达到400到500左右。 Если рассматривать путь развития предприятий текстильной промышленности в Китае, то есть их перемещение из восточного района в западный, потом на север, можно понять, какое значение имеет взаимодействие между районами Китая. Взаимодополнение и совместные усилия восточного и западного районов уже добились успехов. Рост наблюдается во многих отраслях, таких как электроника, автомобилестроение, тяжелая и химическая промышленность. В большинстве стран расширение производства обычно приводит к перемещению производства за рубеж. Но когда промышленность в экономически развитых районах Китая нуждалась в перемещении, ей удалось избежать далеких расстояний, поскольку в стране для этого есть пространство. Это центральные и западные районы, которые вполне могут стать новыми базами для последующего развития. На территории страны осуществление постепенного масштабного перемещения промышленности из развитого региона в районы с широкими перспективами позволяет Китаю